Мама, ну не меня, пожалуйста. Нет, мама, нет, нет, нет! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, тапочник, васаби, скромник, чебузаврик, гусанек, китайские иероглифы, субер. Пацаны, поздоровайтесь. Привет, привет. Привет, ребята. Всем привет. И вам всем понравилась рубрика, когда кто-то умирает, и мы ставим все больше и больше NPC. Поэтому, если опять не кушайте, приятного аппетита, у нас выживание, веселье, мамы, длинные ноги. Погнали. Дим, кстати, видишь, какие замки арендовал нам и поле целую? Ага. О, тебе достроили дачный участок? Все, тихонько, ребят, я сейчас буду мутить. Серьезно, будете общаться там без, ну, не записи, сколько хотите. Ну что, давайте проверим. Добрые или злые? Как вы думаете? Бунзо-бунзо. Добрый? О, нет, я извиняюсь, он злой. Нифига себе, он псих. Ставь уже двоих, троих. Нет, сейчас мы сначала проверим их всех. Так, Элмо, это добрый, да? А, нет. Нет, не два, добрый, мне нравится. Прикольно, да. Он такой добряк. Так, хайдинсик мама. Мы это уже проверяли. Вот у нас есть новенькая маме Лонглекс. Вот такая вот, смотрите, говорят, что это более правдоподобно. Ой. Вау, это очень круто, кстати. Мне нравится, как это все сделано. Так. Ну что, кто у нас там? А все остальные мы уже проверяли. Ну давайте, век энд выглясь. Воу, прикольно, прикольно. Офигеть, очуметь, круто, круто. Побежал. Ну что, давайте немного болтать, будем сразу начинать. Начнем с самого простенького. Давайте, бунго-бунзо. Надеюсь, правильно бонзо читаю. Бонзо. Булюнзо. Прикольно, бонзо бегает. Давайте будем до пацанов заманивать их. Если не надо, Дим. Да. Опа. Опа, минус спасибо. Один. Уже есть еще. Давайте будем разных ставить. Давай. Оп. Ой! А это не считается, я просто ставил. Я ставил в это время, не считается. Ой, Дима, еще один. Да вы что, издеваетесь? Мне придется сейчас всю карту засрать. Он бегает. Это добрый. Давайте поставим злого. Эльма бегает. Ой, еще там что-то творится, интересно. Давайте будем просто делать ноги. В принципе, что и нужно. Ого, она быстро. Очень быстрая штука! Он бежит. Так я так что не знал. Ого, скорость. Вот это мега скорость. Дима, он какой-то читерный, это Эльма Буга. Можно удалить его, да? Да. Он какой-то читерный, слушай. Он как-то сейчас много вижу слов пододелывает. Да, согласен. Тогда не буду я пока не считать его смерти. Давайте тогда поставим Моми Лонглекс более новее. Ай. Она не читерская? Нет, нормально. Главное, красивая. Я понял. Главное, чтобы была красота. Так, берем мега-зумовскую камеру и будем смотреть, как там все бегают. Ого, я могу зазумить жопу у мамы, ноги длинные. Дим, я тебя вижу, я тебя... Ребят, вот прямо сейчас, те, кто смотрит ролик, вот прям взяли и поставили все лайкосик. И это будет означать, что вам понравился ролик и поднимать нам настроение. Каждым лайком плюс один к настроению. И вам тоже. А че вы никто не умираете? Чё, Дим, за кем следишь? Я камеру взял и зумлю. Я могу вдаль смотреть, как там все умирают. Отлично. Пока здесь ничего не происходит. Ладно, идемте посмотрим, что там пацаны так слабо играют. Слабо играют, то что они умирают, да? Мы, в смысле, Дима, слабо, а ты? О, есть, отлично, Дим, там пончик. Дим, ты что там в сторонке? Давай иди к нам. Опа, есть. Отлично. Дим, тебя сейчас убьют. Нет, не сможет. Ого, она скачет, как коняк. Они между собой дерутся. Да. Эй, вы чё, вы ж не договаривались. Так тогда будем ставить вот этих новых, да, всех? Раз они между собой дерутся. Да. А ну, она всех убила, а не вот Бунзо еще бегает. А, он за мной решил? Дима, меня убили, Бунзо меня убил. Давай, да, ничего, ставим еще одного Бунзо. Дима, сзади. Я смогу вырваться, я смогу. Не, Бунзо, он тоже бешеный вообще. А они могут прыгать или лазать по стенам, не знаете? Нет. Мамочка вроде... Мамочка может. Мамочка может, вроде это хорошо. Прыгать. Опа, зубр. Ой, Дима! Это было специально, ладно, не считается. Ого, они там скачут. Дим, ты сейчас умрешь. Дима, ты за что ее всегда привел? А ничего не сделал плохого. Она не сможет подняться. Смотри, не пролазит. А, так она жирная. Это тоже за... Так, ты вы... Да вы толстые. Они... У них просто это... Два Бонзо. К нам Бонзо бежит. О, бежит. Он сможет подняться по ступенькам, как вы думаете?
А ну, Дима, пройди. Не-не-не, не карту эту не знаю. Она в генерейт была прописана, чтобы они знали, как подниматься. Иди сюда. Я здесь. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Еще один умер. Бонзо. Ай! Ну я ставил, не будем считать особо, потому что сейчас, если считать еще мои смерти, хорошо, считаем их. Короче, они... Эх, промахнулся. Они по стен, они по лесенкам не лазят, значит, уходим с ним. А, давайте тогда спрыгивать, кто наверху, тот очкошник. Тот лох. Давайте сейчас, кто первый умрет, вот с этого момента, он будет считаться лохом. Ой, не умирай. Не-не-не, я принципиально не хочу быть лохом. Весь этот ролик будет. Надо было Кулику позвать. Да, он позвал. Да не, нормально все. Кстати, сейчас кто не будет проигрывать, я буду ставить все равно их увеличивать. Так, никто не умирает, увеличиваем. Дима. Каждые 20 секунд будет добавляться новый или полминуты. Есть! Все, зебра-лох. Вот или. Я зебра-лох, да, все, извини. Ребята, если вы хотите с нами записывать так же самое весело, азартно и круто, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, написать и поугарать. Конечно. Дима, беги. Еще ставим. Да не, ну ё-моё, Балонзо. И обязательно досмотрите до конца, потому что в конце, наверное, будет просто жесткое мясо, когда я их буду ставить очень много штук. Это только начало. Это только начало. Ну что, я тебе 3 бонзу подарю, ты не против? Не, не надо. Я сейчас подарю, не волнуйтесь. Я ставлю их и так, не переживай. Дима, подойди к ним, они тебе хлеба дадут. Нифига себе, их толпа бегут. Мне нравятся эти бонзо. Меня убили. Я вижу, еще ставим. Один. Ай! Ого! Ха-ха, достану челепиздриков! Беги! Беги! Беги, васаби! Беги, ничего не знаю. О, умер. Почему они все за мной бегут? Дима, эти бонзо, они убийцы. Интересно, смог подняться? Дима, ты читер. Он хочет подняться. Он поднялся! Да ладно, они ж не поднимались. Они по ступенькам не поднимаются, а под ним. О, поднимаются. Я знаю тут нычку. Я знаю здесь нычку на карте, я пошел. Что, ты будешь, да, Дим? Нет, там, там очень темно. Идем за мной, идем, я тебе покажу. Ты где? Я вас не вижу. Я там, где красный замок. Ага, понял. Идем быстрее, быстрее, давай, давай. Я иду, я иду. Мужики, за вами там штук 10 гонятся. Давайте, за мной. Ничего страшного. Где? Опа! Знал? А я им в начале записи, кстати, увидел. Только я не подумал о ней. Так, давай, Дима. Тут, представь, сейчас они в темноте тут будут бегать. Это не трэш. Пошли, 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 давай, давай, пошли. А чё мы бежим? Просто на край карты? На ту сторону пробегаем? Все бежим так. Тут все. Они бегут вообще такого? Да, 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 да. Все бонзо бегут. Ого. Класс у нас выживание. О, сюда, сюда, сюда. Путешествие по карте вместе с Димой. Да, 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 да. Дима, ты где? Куда пропал? Я специально срезал. Резал? А за кем они бегают? А, я вижу, за челиком бегают. За зубром бегают. Надо зуб ему выколоть, чтобы... Есть, еще ставим. О, мы на синий, оказались. Я к вам позвоню. 5 штук, бежи за мной. Нормально, нормально, пацаны, тащим, мне нравится. Давай, давай, давай. Ой, Бонзо за мной побежал, иди. Я знаю, к вам надо еще поставить. Ай. Дим, поставь хаги-ваги. Да. Хаги-ваги. Хочу хаги-ваги. Ого, ого, ого. Они все за мной. Ну как вам? Они застряли. Ой, лагают, лагают. А вы спрыгивайте, очкошники. Саня, прыгай через... Это трэш, сколько их ребята поставил. Это выживание на максималках. Хардкор. Когда я штук, ну знаю, штук 30 поставил, 40, ребят, наверное. Давай бегу к ним. А, Дим, знаешь, кого не хватает? Кого? Хаги-ваги. Они ж между собой драться будут. А-а-а. Ой-ой-ой, там умирают еще. Ну пока мне ставить не буду, не мало там смысла. Иероглифы, если ты не справишься, то ты лох. Давайте. А ты его физганом раз, скинь. Раз, да-да-да. Давайте, ребят, смотрите. Нет, нельзя, нельзя так, не. Вот пошел. Это движ их тут, мне нравится. Ай! Ай! О, давайте тогда поставлю сейчас толпу хаги-ваги, хотите? А за что они за мной? Давай, давай, давай. Вы готовы? Давай, нет. Ой-ой-ой. Ой, они психи. Они очень быстрые. Они быстрые, да? Да, очень. Ну давай, давай. Ого, ребята, про сколько мы продержимся? Давай, 20 секунд. Они не идут сюда. Они позастревали. Ого, их тут. Ой, блин, класс. Слабо спрыгнуть вниз, давай. Тапочник, вниз. Не, я готов. 3, 2, 1. Прыжок веры. А!
А что он такой быстрый? Он быстрый. Они бешеные, они кончатся. Да они читерские, это невозможно выжить. Мы давайте одного поставим. Давайте если с одним. Ну, мы нормально давай, повыживаем? Давай. А чё он за мной, придурок? Потому а ты, блин, а? Он тебе не пожал. Он ближе всех. Да, я был самым близко. Иероглифы, вставай, ты чё? А вон за кем он ещё погнался, мне интересно. Да он за иероглифами погнался, он там. А где иероглиф? Все, вижу, минус смерть. Минус смерть? А даже от одного невозможно убежать. Даже от одного, да? Еще одного спавим, давай. О, хорошо, давайте тогда мы поставим вот этих маленьких. Ой. Маленькие тараканы цветные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие? Милые. Да? Еще могут. Дима, беги. Они очень медленные. Они... Ого, их тут наставил. Они миленькие. Посмотри в центр. Они так топают, как будто металлические. Ой, то блин, и то попался. Дима, они очень милые. Милые, блин, ну фигачат, как злые. Если меня не убили, то значит милые. А ну одна мамка их забьет до смерти. Мама, ну не меня, пожалуйста. Нет, мама, нет, нет, нет! Это за мной за то, что я за хлеб не заплатил. Ого, их там. Блин, классно. Тема ремнем побила, да? Васаби, подсади, подсади, Васаби, помоги. Сзади, сзади. Нет, не будешь. Так, что это мама бешеные ноги будет делать? Она за мной гонится? Ай, кто стреляет? Что делаешь? Кто стреляет? Не знаю. Давай хоть проверим, сколько у них жизни. А, у них жизни мало. О, так давай сейчас я их поставлю. Убиваем. Давайте, короче, огонь, только чисто пулеметами. Гасим, гасим, гасим. А, R2, давай, R2 шары, конечно. Что ж еще делать? Ай, убил. А, R2 шары, они какие-то... Нет, Дима, они не милые, они меня убили. Да, они злые, они милые. Мило злые. Да. А где они вообще? Я их не вижу. Если вы включите искусственный интеллект, они будут милы. О, я убил. Вы говорите, милота не убивает. Отлично. Отличненько. Ай, хорошо. Ай, плохо. Это было плохо. Да, Дима, стоять тут-то. Меня убили тоже. Чак, короче, надо что-нибудь помощнее, наверное, взять из оружия. А ну-ка, твари. Цветные. Ай, со спины. За своего отомстил. Представляете, какой подлец? Дима, ничего, я не сдамся. Ой, по своему. Я беру. Да что ж ты под пули лезешь? Ай-яй-яй, черный. Держите, свинца. Твари такие, а? Черный хаги-ваги. Это килибили. Тили-тили-тили. Это твой? О, вижу мамку, надо ее загасить. А ну Папочки, иди сюда. Подойди. Есть, я ее убил. Это было интересно. Выходи. Где еще эти челепиздик? Вы их видите? Ай. А их Кингачпук в угол загнал. А, молодец. А, не бедно, я теперь не видишь, где я вижу. На. Я иду. А, со спины. Идите сюда. Классная анимация смерти, мне нравится. Замку эти подарки. Я иду. Да ё-моё. Подарок? Я подарки люблю. Да. Вот. Ой, ты неплохо мы гасим. Я иду. Опа. Я жду тебя. Эй, ты тут всегда ковырялся. Посмотри. Много. Разбирай. О, я тут появился вместе с вами, это хорошо. А! Да прекращайте, хлопцы. Есть, мочи. О, я знаю, что надо сделать. Так. А, тварь. Бегите. Пацаны, зачистка небольшая. 3. Какая? 2, 1. Прячьте, прячьте. Прячь здесь. Они выживут. Сейчас, подождите, у меня есть, которые... Сейчас есть такие бомбы, которые они не выживут. Давайте. Пацаны, прощайте. Аня, не прощайте.
Что, живые? Да, да. Спавни, Дима, спавни в этот центр. Чё атакуешь красных? Атакуй центр. Ну что, я центр? О, вижу, умирают. Отлично, ребята. Еще партия, прощайте, мы тоже умрем. А не. Они умерли. Вы всех убили, да? Нет, не всех. Нет, не всех. Попробуй на Z. Меня красных. О, еще их было много, штук 10. Ага, понятно. Все, не последняя просто... волна. Их убивать. Один босс, которого надо убить. Можно из миникана его стрелять? Да, можно. Все. Отлично, все. Он не за мной. А нет, он за мной. Ай, ты, блин. Иди сюда, чубрик. Нет, он не умирает даже от R2. А где он? Где он? Стреляйте с пулемета. Он на синем. Он возле синего замка. А много жизни, да, у него? Да. Его R2 зарыбили. Не берут, просто мало сносит. Давай его убьем. Дима, стреляй с него. Я его боюсь, он такой стрёмный. Так, ну что, я взял пулемет. Где эта тварь? Подлец, я иду за тобой, по твою душу. Сколько можно убивать пацанов, а? Вот именно, Дима, он бежает. Так, где он? На синем флаге. Сейчас. О, я знаю, что надо сделать. А где он? Сейчас мы ему сделаем сладкую жизнь. Пацаны, запасайтесь оружием, сейчас мы его загасим. Давай. Обещаю вам. Тихо, огнестрельно, все, уберите базуки. Уберите. Я его пригвоздил. Пригвоздил? Да, все, мочите. Он пригвожденный. Мочите. Отлично, ребятушки. Ну что, мы нашли способ, как его ушатать. Давайте. Неплохо. Дробаша его. Ай, молодцы, ребята. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Я взорвал.